6 июня в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 10 лотов. 5 участков предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 2 из них находятся в Романовичах. Начальная стоимость одинаковая – чуть менее 6 тысяч рублей. Остальные размещаются на втором Луговом переулке. Начальная цена – от 19 до 22,5 тысяч рублей. На Жуково предлагается построить бесконтактную мойку самообслуживания. Стоимость участка около 4 тысяч рублей. На левом берегу реки Сож в Гомельском парке можно арендовать участок для обустройства платного пляжа. Начальная цена чуть более 2750 рублей. Для строительства и обслуживания административного здания предназначен участок на Чечерской. Среди вариантов – размещение в нем парикмахерской или мастерской по бытовому обслуживанию населения. Стартовая цена – около 6400 рублей. На пляже Роповского озера можно построить летнее сезонное кафе. Начальная стоимость – примерно 450 рублей. И последний участок находится на улице Косарева, предназначен для строительства и обслуживания легкотипного торгового павильона. Стартовая цена около 350 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 31 09 48 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 41 97 86.